видео о том, как залить масло в коробку Ford Mondeo 2.0 TDCi 2003 года. Вот заливная пробочка. Вот. Декстрончик заливаем красного цвета. Двигатель у нас демонтирован. Теперь заливаем. Неудобно, конечно, размещено все, но что поделать. Удобнее, чем на месте. Да, очень неудобно, кстати, как бы, допустим, на месте было. Сейчас вторую баночку подам. Литра, да? Да, 100 грамм можно ставить. Да? Не переливать тоже, да? Вредно переливать, я думаю. Есть метки на канистре? Да, по-моему, да. Ну, по-моему, по 200 или по 100. Нет. Это только пол-литра метка. Может быть, вот это вот, видишь, такой треугольник, смотри. Треугольник, видишь, смотри? Треугольник. Угу. Думаю, это 100. По верхней пирамидке, видите, вот. Вот такие вот, только по пол-литра. Вот эта верхняя пирамидка, я думаю, вот, по носику этому 100 грамм. Двигатель будет радоваться, да? Коробка. Угу. Так, 100 грамм там точно есть. Все, мы оставили вот эти вот по верхней срезы пирамидки. Так. Все, всем удачи, благословений, пока.